Как дома сделать яд? Яд для мышей и крыс. 4 ложки соды пищевой. Сверху натертый сыр, 1 ложка. И все это мешаем. Мешаем до однородной массы. Для крыс и мышей это смертельное сочетание. И вот в такие штучки я раскидываю. Можно во дворе поставить, на улице, дома. Как я уже говорю, это смертельно для мышь-крыс. Вот, кладем в укромные местечки. Эта смесь полностью безопасна для вас, для ваших домашних животных. Так что пользуйтесь, очень эффективно.